В Нарьян-Маре прошла репетиция парады Победы. Ранним утром под прощание Славянки на главной площади города Марацей маршировали все расчеты, которые 9 мая примут участие в торжественном митинге. Традиционно празднование Дня Великой Победы в Нарьян-Маре, как и во всех городах нашей Родины, откроет торжественный парад. Подготовка к нему началась задолго до 9 мая. Сегодня прошла очередная репетиция построения расчетов на площади Марацей. Участие в ней приняли военнослужащие космических войск, сотрудники управления Министерства внутренних дел по Ненецкому округу, пожарные и спасатели Министерства чрезвычайных ситуаций, солдаты-срочники и кадеты. Смотр парадных расчетов провел командир войсковой части 12-403 Владислав Мирошниченко. Смирно! Равнение налево. В этом году парад станет 71-м по счету. Традиционно он начнется с внесения знаменной группы на центральную площадь государственного флага Российской Федерации и Знамени Победы. Это копия штурмового флага 150-й ордена Кутузова 2-й степени Идрицкой стрелковой дивизии, которая 1 мая 1945 года установили над Рейхстагом в Берлине, Егоров, Кантария и Берест. Кроме вынесения Знамя Победы, участники отрепетировали приветствие парадными расчетами командира, прохождение торжественным маршем пеших парадных расчетов, построение живого коридора у Вечного Огня и, конечно, минуту молчания. Впервые в этом году, 9 мая, в параде примут участие кадетский класс 4-й школы и спортивно-патриотический клуб Ненецкой средней школы имени Антона Пырерки. Он был создан в 2013 году. Командовать отделением на параде будет Егор Литков, ученик 10 класса. В составе расчета торжественным маршем пройдут одни девчонки. Сегодня для них состоялась уже третья репетиция на площади Марацей. Участие в параде для них – волнительное мероприятие. За плечами только опыт участия в смотрах строя и песни. Это, ну, страшно, как бы. Боюсь, что у нас что-то не получится. Не знаю даже. А как вот девочки справляются, на ваш взгляд? Хорошо, просто очень много нервничаем, что-то ругаемся все время. Ну, так стараемся. Впереди участников торжественного построения ждет еще одна генеральная репетиция парада. А 9 мая в 11 часов утра они выйдут на главную площадь города и под взгляды тысячи жителей округа и ветеранов, участников Великой Отечественной войны, пройдут стройными рядами торжественным маршем, посвященным параду Победы 1941 года. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, телеканал.